Всем привет, это канал Туманов Play, и с вами Владимир. Мы играем в игру Uncharted Утраченное Наследие. И в роли Хлои мы вместе с Надин, вот она стоит здесь, куда-то идем. И глава называется «Проникновение». Я не побоюсь этого слова, они хотят куда-то проникнуть. Так, а что надо, как? Я тебя подсажу. Подсади. Подсади, пускай лезет. Я сам не хочу лезть. Ну, лестницу-то скинь. Спасибо. Вот. Поползли. Мы, кстати, возле розового лотоса. Я не знаю, что это такое розовый лотос. Вон значок лотоса. Все здесь розовое. Куда-то мы идем. По крышам начинаем прыгать, бегать. Ай, помогите, куда я прыгать? Надо цепляться. Надин тоже шлепнется сейчас здесь. Да, где она? А где она? Погоди. Она что, вниз? Нет, она вниз не могла улететь. Может, она там осталась? А, как она перепрыгнула-то? Теперь что? Терпение. Я не перепрыгнул. Терпение. Куда идти-то? Так, если я сюда прыгну, что будет? Что... Вон там, наверное, можно зацепиться. Вот труба есть. Ну-ка, давай прыгнем. Есть, получилось. Нам сюда. Правда? Правда. Правда. Кривда. Поползли наверх. И сюда прыгай. Давай, 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 давай. Осторожней тут. Уверена, что безопасно. Каешь, безопасно вообще. Все, тут все безопасно. Все наладом дышит. Короче, все падает. После бомбежки такой. Так, идем. Ай, не туда, не туда. Вниз, куда не надо. Что сделалось? Да как так-то? Я что-то не пойму. Я туда вообще не прыгал. Ладно, еще раз. Нам сюда. Главное за трубу зацепиться. Нам сюда. Правда? Правда. Осторожней тут. Уверена, что безопасно. Я. Слушай, ну она хорошо лазит. И прыгает хорошо. Только вот шлепнулась в тот раз. Надо аккуратно вот здесь спрыгнуть. Никого не бежать. Никто же не достает нас. Так, что там показали? Здесь перебраться можно, вот. А держаться-то не за что, просто на таком маленьком уступе, что ли, ползти. Мы пойдем длинным путем. Так вот почему ты опоздала. Что-то как-то опасно, они лазят тут. Ну да ладно, собственно говоря, прыгать-то можно. Вот туда вперед быстрее. Ой, как хорошо все получилось. Еще разочек. Четкими движениями она просто как обезьянка прыгает. Здесь показали, куда-то идти можно. Погоди. Зацепиться. Всего один час. Повстанец идет. Нет, я его вырублю. Кобра-1, Кобра-5, прием. Погоди, а где он? Я его даже не вижу. У нас движение, прием. Какое нафиг движение, вы чё? Проклятие. Поехали. Взяла ремень или что-то в руках. Платок. Вот он, повстанец, сейчас. Сейчас все будет. На, держи. Все, братанчик, пока, отдыхай. Хорошего отдыха тебе, полежи, отдохни. Наверх? Так, что у нас есть здесь? Что мы имеем, получается? Так это у нас... это сокровище, армейская зажигалка. Ну, наверное, старая очень, что ее сокровищем считают. И ящик, ну, для чего-то, видимо, нужен, вытаскиваем. Да просто, наверное, чтобы залезть наверх. Погнали. Вот сюда прыгаем. И еще разочек и наверх. Выходим сюда на крышу. Розовый лотос. А что это такое розовый лотос? Чувачок стоит. Вот куда нам нужно попасть. Но тут мы без паяльной лампы не пройдем. Нафига нам паяльная лампа-то? Начнем импровизировать. Мы только этим и занимаемся. Слышь, импровизировать? Как пройти-то? Какая паяльная лампа нафиг? Вон, прыгаем туда. Давай. Так, о! Подожди. Чё, ждать нечего? Да куда ты обратно залезь? И не сметь туда прыгать больше. Все, вот сюда надо. Я ж тебе сразу показал, куда идти надо. Вниз можно спрыгнуть. Давай, еще.
Не, походу просто вниз спускаемся. Я не вижу, что там вниз. Вот там я точно упаду. Стоп, ну вот окно же есть. Давай. А вон по трубе еще наверх. Давай, поползли, поползли наверх. Так, что здесь? Сразу ящик. Для чего ящик? Не-не-не, бери ящик, пригодится. Да возьми нормально, что ты делаешь? Не... Толкай на себя, не надо было его туда выталкивать, наружу. Хорош, тяжелый для тебя ящичек, да? Наверное, скинуть надо. Не знаю, для чего пока. Да-да ты чё, а? А теперь... На, лови! Ты чё там на Дим прибила? Опачки. Извиняюсь. Давай больше не будем трогать ящики. Ладно, договорились. Ну, надо было хотя бы ее предупредить, что подбежала. А здесь куда? Погоди. Погоди, погоди, а куда? Я что-то не понял. Так, сейчас... Нет, там разобьется. Здесь цеп... А, вот, подожди. Вот за эти штуки можно, наверное. Вот так, да, вот, молодец. И поползли дальше. Ну тут наверх надо, по-любому. Однозначно наверх. Быстро прячемся. Так, что-то лежит. Надо забрать. Обязательно сокровище. А что дали? Вот такую приколюшку. Дорожная чернильница. Сейчас уже чернильницами, наверное, никто не пользуется. Только если... Где-нибудь в правительстве. Ну, понты, короче говоря. Картридж для принтера. Всегда болтаешь на работе. Ага. Так, хорош. Картриджи для принтера. Сейчас точно это нам не надо. Нам главное тут идти и куда-то проникнуть в этот лотос. Лотос, лотос. Золотой. Точнее, розовый. Ну, давай, прыжок. Осторожно, над тобой. Где что надо? А, вот до него надо добраться. Все понятно. Летим туда. Здорово. Точнее, минус пока. Проблема. Минус проблема, так беспощадно так с ним расправилась. А что он здесь охраняет на этом разрушенном балконе? Или где это вообще мы находимся? Pink Lotus. Так мы с другой стороны, получается, пришли. Так, хорошо. Повиснуть. Прямо повис. Ну вот, все прошло неплохо. А, неплохо. И куда ползти? А, вот сюда можно наверх залезть. Ну мы, получается, наверх куда-то ломимся. Что еще? Там больше ничего нет. Вот сюда на балкон надо. Ну могу перепрыгнуть. И зайти, наверное, надо. Заходим. А, здесь через отмычку. Все сделаем сейчас. Вон чем Хлоя славится своим умением открывать. Где? Завибрировала. Стоп. Вот способ зайти, оказывается, хороший. Ищем диск. Даже отмычку не надо было. Премного благодарна. Глядим в оба, да? Да. Тут хлама, как в антикварной лавке. Он время не терял. Сколько все это стоит? Хватило прокормить целую толпу повстанцев. Картины здесь. Ну, наверное, дорого стоит это все. О, что-то лежит. Смотри. Ужас. Кладбище любопытных кошек. Ага, здоровая кошка. Верно. Тебе-то какая ничья. Все это принадлежит индейскому народу. Это не моя война. Так, девочки, давайте-ка не будем разглагольствовать. Разрушитель и преобразователь. Что там у него написано? Разрушитель. Ладно, пускай лежит. Я думал, это сокровище. Это просто так посмотрели. Вот сокровище. Забираем. Такое не пропустишь. Такое, конечно, надо забрать. Приз получен. Непрофессиональный. Кто? В общем, непрофессиональный. Воришка, наверное, или, не знаю, собиратель сокровища. А что там было? Подожди.
Не показали, какое сокровище. Ну-ка, нажмем, что-то добавилось. Тактический компас. Добавился у нас тактический компас. Хорошо, пускай будет. Высоко смотрю в окно. Ну тут потише как-то, все нормально. Все спокойно, никто не летает. Да отойди, Надин, дай-ка мне пройти дальше. Ну как? Ничего. А у тебя? Какой-то рог. И все, а тут что-то зашифровано или просто пусто? Пусто, да? Фрейзер, угу, смотри. Ой, интересно. Заперт. Ничего. Ничего, сейчас откроем. Вот сейчас точно могут пригодиться отмычки. Что за карта? Западные Гаты. Территория Хейсалы. Черт. Ничего, все-таки это не новость. Еще, держим, вторую запихиваем, третья сейчас пойдет в ход, вот здесь где-то, давай, открывай. Молодец, все хорошо получилось. Осторожно, лампу не трожь. Так, открывай ящик, смотрим. Красивый. А что это такое? Черт, уходим. Забрала хоть, нет? Еще повстанцев не хватало тут, точно забрала, смотри. А, это этот в очках чувак пришел. Надин Росс. Приятный сюрприз. Осторожно, братья. У тигрицы есть когти. Асав? Сколько лет? А ты все так же юна. Ну, спасибо. Работу ищешь? Ну, после смены руководства в твоей компании... Временная заминка. Все поправимо. Конечно. Но жаль. Нам очень нужен человек твоего калибра. Поконкретней. Почему ты здесь? Это ведь совсем не твой профиль. Коллекция неплоха, скажу прямо. Хлоя Фрейзер. Спец по древностям. Воровка. Работаешь на воровку? Сэр, там происшествие. Что? Кто-то перебил весь отряд, прикинь, да, там. Диск. Кто же это? Ну да, диск-то. Вначале я приняла тебя за обычного повстанца. А. Но тебе удалось найти Хайсальскую империю. Неплохо. Но главную реликвию, Бивень Ганеши, найти посложнее. Что ты делаешь? 3 вторжения персов. 3 разных войны, и за все эти годы его так и не нашли. Найдем. Блефуешь. Единственная надежда хоть сузить круг поисков, призвать на помощь кого-то, кто способен раскусить артефакт. Того, кто много знает о хайсальской культуре. Именно. Эксперта по хайсальской истории. Я беру недорого. Паразитку, которая хочет нажиться на нашей борьбе за идею. Это отказ? Он не хочет. Ты смелая, хвалю. Но таких экспертов с меня хватит. В реку их. Пристрелите в воду. Незачем. Сами выпрыгнем. Так. Что начинается-то? Я не пойму. Какое пристрелить? Прыгаем. Пристрелить? Вы что, совсем офонарели, что ли, ребятки? Быстрее, Надин. Поломились вперед. Тихо. Куда? Вот здесь где-то. Где-то. Что? Поехали. Лампочки.
А лампочки-то больно, наверное, там стекла разлетались. Так, куда? Быстрее. Он за нами бежит, и толпа вся бежит за нами. Так, куда? Фиг его знает, куда. Не понял вообще, куда бежать. Нам куда? Прыгай! Ё-моё! Вот чё. Давай сюда, по лестнице. Сюда, быстрее! Да, за мной, пошли. Ай-яй-яй-яй-яй, куда же вы полетели-то, ребята? Что это сейчас было? Грубо, но эффективно. Ты собиралась меня сдать? А я думала, ты профи. Это называется импровизация. Это еще как понимать. Ты позволила Осаву застать нас врасплох. Стоят ли такие услуги половинной доли? Так и знала. Ты хотела меня сдать. Да, горбатого могила исправит. Ты меня вообще не знаешь. Предупреждаю. Те, кто меня предают, платят жизнью. Вот, Рика, надеюсь, твой человек на месте. Вас могут в реку так-то бросить, если что. Прыгай! Почему не прыгнула? Я же нажал. Есть! Тихо. Подавай руку быстрее. Диск у тебя? Диск у меня. Валим. Берегись. Боже, а, нифига себе тут налетели. На! Да ты чё стоишь, смотришь? Дурачок! Не с теми связались. Куда бежим? Да стоп, я не вижу, куда бежим. Не, куда? Зачем туда не надо было? Я хотел просто повиснуть, посмотреть. Ладно, вот они, еще раз расправимся с ними. Их трое, кстати, да? Ах ты чё, офигел девушек бить? На, получай. Куда? Да куда, я опять не увидел? А, вон она куда прыгнула, оказывается. Дальше вот сюда пошли. Теперь я знаю куда, за мной. Тихо. Куда, подожди. Что-то пошло не так. Где Надин? Я не вижу ее. А, вон туда надо было. Вот. Аккуратно. Бежим. Вон она уже впереди. Скачет как сайгак. Так. Аккуратно. Брыжок. Откуда они, кстати, стреляют? Их вообще не видно. А, вон они уже. Как будто тоже по крышам бегают такие. Так, стоп, куда? Сюда. Почти получилось, что вниз чуть не улетел. Не, ну скользко и так прыгать-то. Куда опять? А, вот. Прыгай давай. За мной. Река под нами. Спускайся с фонаря. Как так вышло-то? Надо было прыжок просто нажать нормально. Я вроде нажал. Погнали. За мной. Река под нами. Спускайся с фонаря. Вот сюда надо. Да нет, надо слева там ехать. Там только можно, похоже, зацепиться, а то там тряпка какая-то лежит с правой стороны. За мной. Река под нами. Вот здесь, прыжок. Нифига, а чё, как, чё, что надо сделать-то, я не пойму. Или она не прыгает? За мной. Ну-ка, может, она в другое место куда-то пойдет. Стоп. Ну тут вариантов не особо, просто надо как-то перепрыгнуть правильно. Река, поехали. Под нами. Спускайся с фонаря. Да я прыжок нажал же. А, спускайся с фонаря, вот что надо сделать. Спускайся с фонаря. За мной. Где фонарь? Пошли на фонарь попробуем залезть. Нет, никак. Ну-ка еще раз прыгнем. Вот! Да ч. Ну почти. Сейчас еще раз попробуем. В этот раз получше получилось. Поехали.
Вот, поехали дальше, дальше, дальше. Все четко, вот так надо было сделать. Да куда? Все, в реку попали. Скормили рыбам нас. Река, похоже, быстро унесет течением сейчас. Далеко-далеко. И где мы? Ладно, мы уже на какой-то лодке. Сколько там еще? Еще час. Пока все по графику. Хорошо. Бивень Ганеши. Он же погибель хайсальской столицы. Глянь на него. Как успехи? Потихоньку. У нас каждая секунда на счету. Ты все напрягаешься из-за его дутого эксперта? Не парься. Асаф либо уже в гатах, либо у нас на хвосте. И у него есть оружие, транспорт, сотни бойцов. Опа! Ну-ка еще раз нажми. Говорю же. Не парься. Это похоже на ключ. Может. Ну-ка. Так. Трезубец. Оружие Ганеши. Лук со стрелой. Пара шурамы. А топор — это дар Шивы. Великая битва. Что? Битва, в которой Ганеша лишился бивня. Если мы найдем эти символы, найдем и бивень. Неплохо, Фрейзер. Да, ну... Скажи спасибо моему папе, он увлекался мифами. Тебе пригодилось. Он должен тобой гордиться. Солнце почти взошло. Пойду собираться. Молодец. Куда же мы приплыли-то? Ну-ка посмотрим. Ну вот. И где этот бивень? Столько усилий, чтобы уладить спор. Для спокойствия моей души. Ну, красиво. Вот. Странно-то. Прости, что сомневалась, Хлоя. Это Хайсала? Хайсала. Это постройка древняя, так что мы явно на верном пути. Что? Подозрительно. Тебе все подозрительно? Нет. Мы прошли почти сотню миль и ни следа Асава. Ну и хорошо. Может, застанем их врасплох. Это вряд ли. Я ищу бивень, а ты Асава. Как скажешь. Встречаем. Ладно, ищите. Ага. Только в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео. Подпишитесь на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. И всем удачи. Всем пока.